Ready?
Давай! Давай, 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 давай
Перчатку. Засыпай за Саш, давай. Да, одну, два, два, два. Давай.
Да, хорошо. Да, хорошо.
Ты камеру забираешь? Это спроси, кстати, потом у него про Макар. Ты брала вообще? Да. Красная. Спросите там про Макар. Батча. Он сейчас придется? Не, не хочу. Потом ты его просто напишешь. Он просто камеру забирает? Да. Он будет дисплей менять. Дай, где играешь? А вы включаете его на кнопку? Да. Всё. Ну, относительно. А у меня эта штука вообще не видно, можно? Дурацкая херня. Нет, нет, там светит. Ну, блин, сейчас дождь у меня постоянно идёт. Да, я не знаю. 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 Да, я не знаю.
Помню, меня фонд раз знакомился вообще-то. Ну подумай, что-то не показать. Если 4. Запомнил уже. Артём, смотри сзади, блядь. Они что тут третью группу запоздали, потому что реф менялся. Я так поняла, что он играл. Здесь. Дождик был с самого начала, да? Да, и прям такой. Прям самым, как я только подошла, он сразу начал лить. Потом еще поливал. Без зонтика. Ну вот. Куда еще зонт? Над головой, вот сюда, вот, на сетку. Лишь назад. Сайт успел отснимать? Нормально все получилось? Нет, вообще на это снялась. Сорвалась? Ну да. Вчера. Теперь когда там? На следующей неделе. Ну не знаю, она уже столько раз переносит. Борис, Борис, Борис! До конца! Я не знаю, у нас там, короче, еще посмотрела так примерно. Там какой-то свет прям очень. Я не знаю, это из-за дисплея или... Где, здесь? Нет, нет, здесь он нормальный. А там я так, ну, подставила, там даже на телефон как-то будет лучше картинка получается. Мне кажется, это из-за света. Ну, телефон тебе еще сам обрабатывает. Ну вот. Я не знаю, а вот дисплей, он тоже, ты говорил, то, что он мутный какой-то? Вот это, да. Да, да, может быть, тоже мутный. Вот я его буду менять. Повлияло. Окей, Кирилл, возьми! Кирилл, за трусы взял его! Блядь, тебя! Возьми, справа! Подожди, подожди! Оу! Миш, что за пинцы? Если я вижу, то я забью. Когда это закончилось? Вы прям с едой, прям как на ночевку.
целый поход. Нет. Это... Они до какого числа вообще играют? Вот это? Ну, они хотели вот уже заканчивать, в ноябре. Карантин чуть-чуть сдвинул их. Еще недельку или две. Дальше они уходят в теплые помещения. А еще меня спрашивали, куда это все идет? В баню, да. Не знаю. Ну, у них на сайте все это, как обычно. Я так и думала. Скажи, нет, для себя снимаю. Приехал Равиту. Уморозится. Да. Серега! Они что-то уже придумали некоторые, что тут прямой эфир. Матч ТВ приехал. Да, да, да. Вася, так что? Да. Огонь. 24-й кто? Вперед!
Артур, спроси, сколько времени? 15. Давай третьего, Артур. Не, блядь. Да, блядь. Парни, не надо, подождите. Прием назад. Блядь, все. Назад, Макс. Дай я просто снимать.
Что? Ага. Молодец.
сзади, вон игрок бежит. Вот я это беру. Это судья встречена. А? Судья Михаил встречена. Да. Ой. Ну да, дай мне. Хотя бы хотя бы. Поводишь еще, пожалуйста? Да. На вторую. Пока не бывает. Давай, давай. Осталось только 4 минуты. Ты, по-моему, не стала брать шарф? Нет, я тебе говорю, я здесь сюда точно приходила с шарфом, и, видимо, его обронил, когда к тебе шла. Смотри. Я никого шарфа не видел. Ты, по-моему, с утра не стала брать. Да, брат, я тебе говорю, что, ну, я его точно помню до момента, когда пошла за тобой. Скорее всего, когда я куртку надевала, типа, я особо не следила за... Да. Ну, это 3 еще. Раз в матче кровь. То, что который как бы за пределами лиги, которые проходят лиги, то вообще без обиды. Типа, кто не орёт, правильно все. Более это, интеллигентный. Да, цивилизованный. Что время их не видит, да? Но, да нет, знаешь, не всегда это за время. Там же иногда не просто, мы стабилизируем. Ну иногда, да. Но в целом здесь вообще типа что. Просто играют, да, если бы никуда. Надо. Ah!